Thank you.
Thank you.
Сейчас мы начнем.
Давайте извиниться по такому всем, к этой самой дискуссии. И Основоведный председатель программы религии общества Алексей Малашенко. Добрый день, журналист Артем Лондарев, он уже был. И наступает преподаватель высшей школы экономики Ирина Царегородцева. Понимаю, что существует несколько градаций вот этого вот исламского одеяния. Есть хиджаб, есть седра, есть никаб. И есть уже полностью закрывающая паранджа. Я прав? Хиджаб — это такой самый простой платок. Хиджаб — это самый простой платок. И это может быть даже не платок. Правильно. Должна быть прикрыта лицо, то есть оговорена, что это сама часть лица и сестры. А одежда сама не должна быть. Она должна открывать фигуру, это все удобно. И сейчас уже каждый сам для себя определяет. Это мы можем играть и говорить сейчас. Это уже что-то покрывает головные плечи? Да, здесь уже дальше мы идем к традициям между народами. То есть никак, и седра, и паранжа. Вот нам пришло уже точно справа. Вот как и страна, да, Это такое вот одеяние под названием «Бурка». Ну, чтобы
время уже поставлять пример. Да, то, что я видел на фотографии, это уже много видно, непосредственно да, данным действием пока не встречался, но уже это производит для меня лично Но это непонятно. Наверное, это необходимо, потому что, как и бывает на Ближнем Востоке, я видел, как, например, купаются дамы в Риме на пустынном пляже, по которому ходят мужчины. Это не купаются просто отдыхают, потому что они ходили в таких лобах, очень трудно. Thank you.
значение такой конструкции зависит, которая уделяет охране. Я не знаю, что это было.
женщины выглядят около часов. Когда вот? Часов? По полтри уже есть. Там один мужчина. Да,
Несколько лет назад один директор
У меня очень такая, опять-таки,